День. Сегодня хочу записать поздравительное видео для моего любимого, самого лучшего, самого доброго волшебника. Это Давид. Давид, мы хотим вас традиционно, здравствуйте, традиционно. Коротенько расскажу, да, вот раньше я иду сейчас на работу, и у меня появилась новая привычка, это записывать видео. Потому что времени не всегда хватает. Раньше я хватала сигарету и бежала бегом на работу. Сейчас я записываю видео. Вот. Давид, вы наш самый замечательный друг. Я благодарю вас от всего сердца за то, что вы есть, за то, что вы делаете, и за то, что вы помогаете таким людям, как я, и не только. Я вам очень благодарна. Я желаю вам многих лет жизни. Я желаю вам радости, чтобы ваши пациенты, ваши детки, за которых вы переживаете всем сердцем, все до единого, все выздоровели. Чтобы все могли вам сказать, Давид, большое спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы не бросаете в трудные ситуации, и за то, что вы даете надежду. И помогаете, помогаете очень серьезно. Вот, обратите внимание на меня. Я иду радостная на работу. Вот, я желаю вам счастья, здоровья и любви. Такие, да? Ура! Спасибо! Мы с Димой вас очень-очень сильно любим. Удачи вам!